Внимание, Петров подбирает мяч. Петров набирает скорость. Вот он пас. Доскакал мяч до Ватерсона. Передача в сторону Гранквиста. И еще один подбор за краснодарцами. Постарался Петров. Жуазиньо. Отдает на Смолова. Ну, опять. Свалился на план. Федор. Шикарный пас разрезающий. И удар, который превращается в гол. Взаимодействие, великолепный размен позициями. Центральный нападающий Федор Смолов с позиции правого защитника делает передачу, а правый защитник Петров великолепно действует на позиции Смолова. Вот, посмотрите,